Ну, брат, я клянусь, мне вообще кажется, что секс по любви переоценен. Но смотрите, лучший секс всегда с человеком, на которого тебе чуть-чуть посрать. Значит, смотрите, если ты любишь человека, то ты даже во время секса хочешь показаться хорошим человеком, да? А хорошие люди не душат. Но там и мужчина, он бы что-то сделал, он бы ударил, но он такой, да как я могу так с женщиной, которой моя мать блины передавала?